Раньше, по оценкам специалистов, контрафактная молочная продукция на рынке составляла 10-15%. То есть каждый седьмой молочный продукт на полках был подделкой. Но с 2021 года для того, чтобы уменьшить количество подделок, государство ввело специальную систему «Честный знак», и число контрафакта значительно снизилось. В системе «Честный знак» зарегистрировано больше 25 тысяч производителей молочной продукции, а это позволяет отслеживать ее путь от производителя до потребителя. Каждый покупатель прямо в магазине может проверить подлинность молочных товаров, отсканировав QR-код на упаковке. Это гарантия того, что вы покупаете действительно качественный продукт. Качественный айран имеет однородную консистенцию без комков или осадка. Обратите внимание на список ингредиентов. Изготовление айрана обычно требует только несколько основных компонентов – молока, закваски, воды и соли. Обязательно проверьте содержание соли. Некоторые производители могут добавлять ее в больших количествах для усиления вкуса. Выбирайте продукты с содержанием соли от 0,5% до 1,5%.